Навигационная система ГЛОНАСС. По плану это произойдет примерно через 4 часа после старта. И вот старт. Зрелище. Но что-то, кажется, идет не так. Екенчи таламмыз! Пожалуйста, все. Вот нельзя. Раз. Это мне. Два. А, три. Алла, четыре. Пять. Шесть. Анда Тарен. Семь. Катарла Азаматтар Мембрге Турмаз. Без... Ракеты затравят нас гептилом, запускают тополя всякие, испытывают на нашей земле это свое оружие. Сколько мы можем терпеть? Мы не должны больше допускать таких вещей, поэтому мы сегодня пришли, объединились, собрались, чтобы высказать свою позицию. Казахстан – мировой отстойник отживших уже технологий. Кто с этим согласен? Я с этим не согласен. Мы не должны так жить больше. Где власть? Почему власть не отвечает за те действия, которые происходят на нашей земле? Почему этой власти сейчас нету на этом митинге? Мы их уже приглашали, приглашали депутатов. Пытались вручить им письма, обратить внимание, но нас задержали. Влепили штрафы. Где они сейчас? Они не смогут нам ответить. Почему? Потому что эти чиновники являются младшими научными сотрудниками в лаборатории «Казахстан». Нельзя такого допускать. Мы единственный источник власти. Они должны перед нами отчитываться. Мы народ. Мемлекеттік әртүрлі қоғамдық бірлік. Қазақ жерім!
Қазақ жерін! Қазақтар бірігі, ұлт бірлігі және ұлттық мемлекет, Қазақтың ұлттық мемлекеті Қазақстанда қалып тұру үшін бір күнде тынбай еңбек етейік. Рахмет. Біздер жүрсің жерде. Ассаламу алейкум, атым Санат. Гептилді ойлағанда кеудем жанат. Алып келдім халқыма мына газетті. Білгісі келген адам бәрін табады. Бұл жерде қазір бізде газет. Міне, тәуелсіздіктің алып 22 жыл болса да, есін істеп келіп, жұмыс істеп келіп, жігіттер таратады. Только аңға қарай, өтпендер, жетіңіздер. Осы ақсақал. Қарата, бір ауыз.